Ну что, ребят, всем привет. Мы прибыли на выставку «Охота и рыболовство на Руси». Сейчас пойдем купим билеты, встретимся с ребятами, с нашими. Они по электронным билетам пошли. Так что увидимся внутри и смотрите. И один еще вопрос. Как отличить гусака от гусыни? Я не пойму. Я еду, что у меня гусыни. Ты всю жизнь прожил, у тебя дети. Бачко посмотрел. Да смотрел, не понял. Непонятно, могу. Непонятно. Я это в начале видео ставлю. Очень большое количество лодок всяких разных. Как всегда, предоставлены. Цены 14, 18, 17 тысяч. Под мотор 25 тысяч. 28. Такую большую лодку можно взять. Это все для тюнинга автомобилей. Вот стоят там зимние костюмы, которые очень хорошие, теплые. Я на самом деле сам хожу в таком костюме в лесу. И он не боится даже 40 градусов. Вернее, я не боюсь 40 градусов. Так, ну вы спросите, ладно, про охоту он пел, про вещи рассказал. А про рыбалку-то что? Так, поднимите руку, девушка. Вот он, царица на очень много надо, чтобы возить, да? А их всего 8 в России. По одному надо охотника, всего лишь 8 человек унесло. Да. Я так, привез себе, кому надо, я продам, скажу. Это пока не на продажу. Показать, что вот такие бывают. Канадские танки, покрашенные мне. Ну, канадцы что, они заехали на своих пикапах здоровы? Ну, у нас тоже такие. Я так прикинул, даже кто у нас летает на вертолетах на охоту, но все равно 8 таких штук, это пол вертолета займет. Но они берут вот такие. Вот это вот реально, вот они так вот складывают, вот так вот убивают. А он уже материал, я просто брал, фирма, которая, ну, начала было выпускать вот такие, так. Они со временем начинают, ну, как бы цвет свой терять. А это уже... Ну, компания, да, это если да, мокрый будет. Я свои, например, на ночь оставляю, когда я полиэтиленом их накрываю. Потому что осадки убьют любой чучело, американское, китайское, любое. Эти же нет. А вот эти не страшатся, эти вот неплохо. Мы скоро перейдем на такие абсолютно вообще. Но эти тоже я пакетом накрываю. Мало ли что, налить, лед их может убить. Лед, если будете отдирать, и краску отдерете, конечно. А если просто вот так, то ничего. Просто налить, вот так по нему побили, вот скажем, за счет того, что он шар дефирует. Он раз что-то отдело рассыпался. Но мы в основном сейчас используем плавающие чучела. Ну, надо разные. На лужах плавающие ставить, а по берегу вот такие. Не, ставить. А по берегу у нас итальянские. Итальянские, да. Да. Из пластика, которая из мягкого. А таким, какие есть, если будет еще такие сминами, отдельно можно взять вот эти бывалочки. А. Да. 290 рублей штучка. Он прям надувает, да? Я не пробовал, может, и спорткласс можно их ставить, но, по-моему, спорткласс таких особых проблем не имеет, которые сейчас бывают. Она еще позволяет ему вот так вот. А, он и на ветру будет как бы качаться, да? Не то, что будет, я вам прям покажу. Вот, я с ними охочусь. Вот он так вот на ветру. Вот так вот шевелится. На YouTube это видео есть. Окей. Посмотрим. Подходите. А ты что, опять прям дуешь, прям дуваешь туда. Это сразу же Мерседес с Жигулями сравнивает. Ну вот я, да, тоже так делал. Вот этот вот... Это вот три. Серег, тебе гусины надо, не надо утины пока смотреть. Гусины, мне нужны гусины. Да, гусины. Вот длинный который. Сколько стоимость у вас этого маяка? Ну какого? Это 8. 8 тысяч. Офигенно вообще. Блин, так дуется легко, я прям не могу. Это так непривычно. Блин, 8 тысяч, это конечно ценник.
Ну зато обеды все. Ну это золотая практически американская цена с доставкой. Ну я понимаю, да. А он разборный и все как обычно, да? Почему так легко дуется? Все то же самое. Один в один. Вот хотите лишнее? Да. Материал. Чтобы сделать манок и настроить. Надо иметь не уйдут. Все. Ну вот оптимальный вариант. Вот так он выглядит. Подари ему на 8 марта. Очень-очень легкий манок. Я пробовал. Американцы, они же вообще любят утину и гусину, они же там целые. Гармошка есть, она. А что такое? А это утка, да? С голубя. С голубя? С вяхера? Да. Чего? С вяхера? Пожалуйста. А, откуда? Сейчас на уток покажу. А что за страна? Откуда? Не узнавал откуда? Ну, читай. Так, подожди. Очки возьми. Это рождаемые очки. Двое. Да у тебя руки рисутся. Двое. Так. Рус. Иван. 2014. Вот Россия. Россия. Ой, батюшка. Так, давай. Элька моя. Да моя. Не твоя. Не. Моя. Да нет, Иван, брось. Не бедите, а то улетите. Моя. Это моя. Нет, у тебя РЛ, а у меня была РС. Какой РЛ? Во-во-во. Да ладно. Туда ты загнул. Вообще, что, на шее? На шее. Куда следовать? Салага! Не туда, не туда! Я думал, ну народ же смотрит. Свис. А, ну северная. Свис. А это чернее дала. А какого нахрена делал на этом? А вот ты подумай, как они летят. Перелетная тоже. Нет, да понятно, но она на севере, если северная. Какой северный утка? Она отдыхает? Она летит, куда ветер дует. Это не северная утка. Она перелетная. Она пролетная. Понятно, что перелетная. Темнота. Он же председатель общества. Ну, тогда все понятно. Председатель Капятова коллектива. Ну, он книжки мало читает просто. Блин, кишки не брал. Вон он имеет духовик. Чтобы он не съел. От банка, конечно. Да, ну, парень, чтобы не растрепал ее. Да он ее не сожрал. Он сожрет ее 100 пудов за 2 недели. 100 пудов сожрет. Мои гуси уже привыкли. Все равно они вот эту гербанят, я их меняю каждые 2-3 месяца. Гербанят. А твой будет непривыкший. Да, он первый год только будет. У него будет грызть, вот тупо грызть. Все, спасибо, Иван, спасибо. Железка. Ну, вот отсюда я просто делаю железку, да? Железка, дырку, и там дырку под гайку. Ага. Оп, и все, она фиксируется только гайкой. Понял. А утка? Тогда он ее не сожрет. А утка так же будет делать? Нет, утка ничего, не зубов. Другой гусь, да? Да, вот гусем надо. Если будет дальше грызть, берешь утку, едешь к стоматологу, вырывай зубы. И один еще вопрос. Скажи, пожалуйста, как отличить гусака от гусыни? Я не пойму. Я говорю, что у меня гусыни. Ты всю жизнь прожил, у тебя дети. В очко посмотрел. Досмотрел, не понял. Непонятно, могу. Непонятно. Я это в начале видео ставлю. Не, ну я понимаю, ну пожалуйста, объясни. Ну, пожалуйста, ну нет, пожалуйста, я понимаю, что. Не дай бог вырежешь. Я оставлю. Не дай бог вырежешь. Оставлю. Нет, ну просто гусака гусы не пусть. Спроси у ребят. Андрюш, как отличить гуся от гусыни? Я сказал, в очко посмотри. Бля, смеются, блядь, не верят. И мы верим, но, блин, ну как? Там видно, что не видно. Да, там реально что не видно. Там горло не видно. А у самца клака меньше. У него внутри. Ну, письмо. Ну, я понял. Видно, мужик. Видно. По другим признакам. Прежде. Плюс, может быть. Нет, это исключено. Да? У нас и бабы есть вот с таким плюсом. Это там ничего не известно. Все непредсказуемо. Прежде всего, это обход голосовым. Если, вот этот самец. Как самец? Как правило, что это звук? Самец. А весной если, больше так, всего кто? Если самка разговаривает на низких частотах, вот так. Как у меня в видео? Да. Как правило, она доминирующая.
А весной больше всего кто общается? Гусь? Это все зависит от того. Гусыня или гусь? Непонятно. Непонятно. Ну, не угадаешь. Каким голосом больше работает? Не угадаешь. Кто лучше работает, самец или самка? Непонятно. Но гуси идут, как правило, лучше к самке. Потому что самка, если она холостая, она не ищет себе партнера. Да. Она просто ищет своей стаи. А самец, он активный, как мы с тобой. Баба нужна? Не, у меня есть, Ваня. Еще одна нужна. Пошли. Так и природа, дорогой мой. А самка, это она все время со своей стоит. Самка не мотается. Она мотается в том случае, когда убили его, ее партнера. Да. Ира, ну скажи, пожалуйста, вот по твоим наблюдениям, да, по твоим замечаниям по гусю, основополагающей всегда является самка заводящей, да, или все-таки самец? Нет. Всегда самка, да, в гусиной стае, ну, это доминант. Ну, это сравнение, мне кажется, с волками, потому что волки тоже всегда имеют доминирующие, даже есть самка, она ведущая. Да, мать есть. Точно так же гусей. За матерью все самец. Мать – это есть мать, а самец – это разведчик, оборонительный инстинкт, охранник. Охранник территории, когда самка малышей таскает за собой, когда высиживает яйца. Добытчик. То есть он разведал, где пожрать надо, повел своих малышей туда, до крылов ставил. Вот в основном это самка. Если разбиваешь самку, убиваешь со стаи, ты эта стая не выживает никогда. Вот от них получается, от этих, от первогодков, это наши одиночки с тобой, которые ведут на любой манну. Да. Вот это разбитые стаи. Одиночки вот, такие. Ну, вот этот самец, который летит все время, как дурак, орет. Его слышно везде. Это самец, который потерял сам. Он ее ищет. Так как гуси это моногамы, они образуют семью на всю свою жизнь. Он ищет непосредственно только ее. Ему другая баба не нужна. Если только через год, через два. Он обязательно, если он полноценный, он обязательно себе самку найдет. Это не проблема. Чем он сильнее самец, он найдет себе в этот же сезон. Вопрос. Иногда при, когда мы маним самцом или самкой, да, одиночка не спускается. Что от этого зависит? Либо он плохо манит, либо что-то не нравится. Значит, это настолько одиночка осторожный, а настолько по нему много стреляли. Ну, да. Самое главное, он ходит на кислороде. Ну, сколько, Вань, сколько было, да? И сколько манил? Я понимаю. Но самое главное, ты голос своей супруги знаешь? Ну да. Знаешь. Да. Вот эта баба, она тебе неинтересна. Угу. Она разговаривает не так, как твоя. Ты ищешь, он ищет только свою супругу. Потому что каждый голос у тебя индивидуальный. Я согласен, как вот. Человек. И поэтому он прекрасно слышал, что ты там работаешь своим доминатором. Но он скажет, это мужик. А ему нужна баба, которая работает вот на этих частотах. Даже если сидит стая, и не только я работаю, она, как правило, работает тролли и четверо, и разными манками. Вопрос. Он же прекрасно понимает, что какое-то количество, то есть гусь как, он моногамен или аногамен? То есть если он не найдет свою подругу, он так и будет всю жизнь один? Нет, один. Конечно. Он принял. Но все равно же ему нужно найти подругу. Правильно. Он вот к этому, вот поэтому мы когда с тобой поставили тишину, порой одиночка, вот эти 200 метров над землей, и ему только крякнул. Оп! Да, складывает сразу. Серпом и пошел. Серпом и пошел. Да. Что? Он может думать, что его подруга среди твоих чучал. Да, может. Хорошо. Подпишусь на канал. Подпишусь. Ему самому подпишусь. Да, у него есть свой канал. Да, да. Я знаю. Не, мне нравится, как у человека поставлено хозяйство. То, что утки дикие, вот это гуси прям, да, видно. Я в деревне, там мужику одному, ты живешь, у тебя такое хозяйство. Не, я ему говорю, у тебя столько гусей домашних человек. Чего ты не можешь гусить? Спальники, привали. Как всегда, у нас. Привет, Паша. Тема. Вот, пообщались с Юрием Ивановичем. Юрий Иванович. Гусятников, фанатников. Да, кухан. Так, ребята, да. У нас по дороге ароматный мир. Тихо. Отлично, гоним. Вот. С другой стороны. Да, ладно. Мы прибежим.
спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал Сереги. Подписывайтесь на канал Петровича. Олега. Олег. Олег. Вау, Олег. Канал. Ну, просто подписывайся. Куда-нибудь. Да. Ну, я там буду, да? Все, всем удачи. И увидимся, я думаю. В апреле. Завтра на стрельбе пулевой. Все, пока.